Завершая дневной эфир, новости экономики. Расширяя рынок, форма поддержки экспорта и стимулирования малого и среднего бизнеса обсуждали в Геленджике на конференции. Провел ее заместитель полпреда президента России в ЮФО Владимир Гурба. На встречу съехались региональные власти юга страны, представители торгово-промышленной палаты, различных федеральных министерств и российского экспортного центра. Говорили о том, как руководству субъектов правильно выстроить работу с фирмами-экспортерами. На самом деле сегодня говорим о интеграции внешней экономической деятельности, которая позволила бы России сегодня быть участником этого процесса. Он есть, но интегрировать его в рамках Южного федерального округа, чтобы внутренняя конкуренция не ликвидировала малый и средний бизнес в работе на внешнем рынке. Мы понимаем, что это может быть новой точкой роста. Через диверсификацию производства мы должны переходить от сырьевого экспорта к экспорту несырьевого экспорта, продукции сельскохозяйственной техники, легкой промышленности, ряда других отраслей, пищевой переработки. Сейчас российским экспортерам оказывают помощь. Например, в виде субсидий, кредитования иностранного покупателя и страхования рисков. Дебиторскую задолженность иностранная компания, закупившая отечественную продукцию, также может вернуть, если нечем расплатиться. Но не все об этом знают. По словам участников, подобные конференции помогают наладить обратную связь между властью и бизнесом, чтобы сделать меры поддержки отечественных экспортеров более эффективными. О том, какие это могут быть меры и как привлечь малый бизнес к экспорту, мы поговорим, как и обещали, прямо сейчас. С нами на прямой связи из Ростова-на-Дону руководитель подразделения Российского экспортного центра по Южному и Северо-Кавказскому федеральному кругам Владислав Есин. Владислав Викторович, здравствуйте. Добрый день. Почему вообще такого масштаба мероприятия, связанное именно с проблемами экспорта, провели в Краснодарском крае? Говорит ли это о том, что наш регион, благодаря своему уникальному положению, становится лидером в этой сфере? Почему Краснодарский край? Ну, наверное, тут ряд причин этому. Это, во-первых, конечно, наверное, основное – это объем все-таки Краснодарского края. В общем объеме Южного федерального округа составляет порядка 44% экспорта. То есть получается, что наш регион как раз благодаря своему положению, вот этим хорошим цифрам, которые вы сейчас, о которых вы сейчас сказали, становится лидером в области? В федеральном округе. В федеральном округе тоже. Да. Мы можем ли сказать о лидерстве в России? Лидерство в России, наверное, Краснодарский край здесь может быть лидером как раз-таки в области логистики, потому что на территории Краснодарского края расположен такой крупнейший в России порт, логистический центр, как Новороссийский порт. И это как раз таки является тоже одним из, ну скажем так, наших преимуществ. Да, преимуществ Краснодарского края. Ну и безусловно, производство сельхозпродукции, благоприятные климатические условия, благоприятные, дают возможность Краснодарскому краю как раз таки производить большое количество их на своей территории. И самое главное, их перерабатывать в качественную продукцию и экспортировать. Владислав Викторович, как федеральные власти, в частности Минэкономразвития, планируют развивать еще наш экспортный потенциал? Какие планы были озвучены? Какие системные меры будут предприняты? И какое место в их реализации займет РЭЦ? Основной темой этого мероприятия как раз-таки и было обсуждение с регионами Южного федерального округа, как раз-таки реализацию приоритетных направлений развития, это международная кооперация и экспорт, и в частности приоритетные проекты, это системные меры развития международной кооперации и экспорта, экспорт в промышленности и экспорт продукции АПК. И здесь как раз-таки Российский экспортный центр является штабом по реализации этих приоритетных проектов и проектные офисы, которые созданы для их исполнения, возглавляет как раз-таки руководитель Российского экспортного центра Петр Михайлович Фродков.
Основными направлениями, основными направлениями работы проектных офисов это как раз таки является формирование экспортной политики именно Российской Федерации, развитие международной интеграции для предприятий, расширение национальной системы поддержки экспортеров и экспорта в целом в Российской Федерации. И, конечно же, без этого никак не обойтись, это совершенствование регуляторной среды и условий ведения экспортной деятельности. Владислав Викторович, действительно ли драйвером экспорта может также стать малый и средний бизнес? Ну, конечно, мы говорим, когда мы говорим о поддержке экспорта, мы, конечно, говорим о как раз-таки сегменте предприятий МСП. Потому что крупные компании в фокус поддержки российского экспортного центра не попадают, у них, в общем-то, и так все хорошо, и особенно если мы говорим о экспортерах сырьевых направлений. Вот. А тот фокус, который как раз-таки создается российским экспортным центром, он нацелен на малый и средний бизнес. И если говорить о том, что в целом, вот, скажем так, на опыте зарубежных стран как раз-таки экспортерами МСП, в сегменте МСП является не менее 30, около 30% всех предприятий, то у нас этот объем составляет, ну, приближается к 1%. О чем это говорит? Это говорит о том, как раз таки, что нам, во-первых, есть над чем работать. То есть у нас огромный потенциал как раз таки вывода наших предприятий МСП на экспорт. И здесь вот, скажем так, фокус нашей поддержки мы как раз таки ориентируем на предприятия этой группы, малые и средние. Ну, в Краснодарском крае, вот здесь если говорить о Краснодарском крае, здесь тоже большой потенциал, потому что на сегодняшний день чуть более 500 компаний являются экспортерами. Да? И если говорить о объеме компаний, которые исчисляются там тысячами, да, то у нас есть над чем работать и чем им помогать. Ну, нам простительно, за рубежом такой хороший высокий процент уже более 200 лет, у нас же чуть более 20 лет в кармане, поэтому нам есть еще, конечно, куда стремиться и есть время в запасе. Бизнесу, между тем, уже пару лет говорят, что надо заниматься еще импортозамещением, то есть производить продукт из местного сырья для местного рынка с привлечением местных же специалистов. Теперь же риторика поменялась, продукт должен быть не только местный, но еще и с экспортным потенциалом, то есть конкурентоспособный. Как, на ваш взгляд, соотносятся эти два понятия – импортозамещение и конкурентоспособность? Ну, эти два понятия, если совсем уж углубляться вот в терминологию, то импортозамещение, это такой, в общем-то, термин, который не имеет, какого-то государственного определения в поддержке, да? То есть мы говорим о импортозамещении, подразумевая это модернизацию, обновление оборудования, систему управления, внедрение инноваций. Ну, то есть это целый ряд задач, которые необходимо нам сделать для того, чтобы изменить или улучшить именно производство нашей российской продукции. Для чего? Для того, чтобы противостоять как раз-таки импортным товарам, которые поступают на территорию Российской Федерации. Почему это для нас сейчас сегодня очень актуально и очень важно, потому что мы вступили, Российская Федерация, во Всемирную торговую организацию. И сегодня мы, конечно же, интегрированы в международную торговую систему общую, и здесь мы конкурируем и работаем на общих принципах мировых. И здесь для нас очень важно, чтобы мы могли противопоставить импортной продукции нашу продукцию и защитить тем самым свой рынок. Спасибо большое, Владислав Викторович. Мы с вами в прямом эфире, поэтому время – деньги, получается так. Спасибо вам, что были на связи. Напомню, что на прямой связи с нами был руководитель регионального подразделения Российского экспортного центра из Ростова-на-Дону Владислав Есин. Ну а нашим телезрителям, которые провели этот информационный день на телеканале «Кубань-24», также благодарности. Увидимся завтра.